Ну, что тебе сказали в милиции? Тебе ведь не это нужно. Ты хочешь знать, что я сказала милиции? Грубо, но верно. Не бойся. Я же обещала, что ничего про тебя не скажу. А я привыкла держать слово. Спасибо, Даша, я перед тобой в долгу. Спасибо, Даша, я перед тобой в долгу. Это я. Я убила Зою. Утешься. Я знаю, как окончательно доказать, что ты действительно Настя Медведева. Как? Вам с Мишей нужно сдать кровь на анализ ДНК. Это очень точная штука. Погрешность меньше 0,1%. Молодец, Дашка. Всего-то делов в лабораторию съездить. Нет, Настенька, я ни секунды не сомневаюсь, что все рассказанное тобой правда. Но лучше получить официальное заключение. Ты согласна? Я согласна. Пусть наука скажет свое слово. Дашуте в голову пришла отличная идея. Предлагаю всем успокоиться и отдохнуть. Не соглашайся, внученька. Поедем ко мне жить. Я в тебе не сомневаюсь. Нет, бабуля. Сделать анализ необходимо. Так будет лучше. К тому же и при получении паспорта результаты понадобятся. Начнут чиновники права качать, а мы им на стол бумажку. Опля, смотрите, Настя, дочка Медведева. Сердце остановилось. Если не хотите моей смерти, не делайте анализа, умоляю. Не подвергайте внучку стрессу. Еще СПИДом заразиться от укола или гепатитом. Только нашли девочку и потеряем. Валидольчику дать? Змея! Да я в пустыне от жажды погибала бы. И то от тебя воды бы не взяла. И где делают экспертизу? В лаборатории, где работает мой хороший знакомый Федор Малибог. Я попрошу его о помощи, и дело в шляпе. Это честный врач. Лучше его клиники не найдете. Его слову я поверю. Настя, тебя хотят унизить, не доверяют, ставят под сомнение твои слова. Пошли, я точно знаю, ты моя внученька. Успокойся, бабуля, анализ развеет все сомнения. Не боишься? Ученые не ошибаются. Исключено. Вот и отлично. Кровь невозможно подделать. Сделай сравнительный анализ ДНК, и я тебе поверю. Это все Танька. Злится, что своих детей родить не может. Ларочка, ангел, вон какую девочку Мише подарила. Еще неизвестно, та ли это девочка. И это не Танина вина, что у нее детей нет. Мне туда идти незачем.